Варум бин их хир? Или визо? Слышь, Ганс, расскажи, пожалуйста, про разницу между визо и варум. Не мешай, я доделаю курс А1, мне еще один урок остался. Так ты ж это, на прошлой неделе вроде доделал, где его найти-то можно? Ну вот, последний урок, и я ссылку в описании профиля оставлю. Не, ну ты мне расскажешь разницу, Эрцеле мир, между визо и варум? Что ты мне тут коту яйца мусолишь? Да, я сделаю это, слушай. Визо обычно спрашивают, когда какой-то упрек хотят сделать, да? Почему же ты бла-бла-бла, да? Это визо у нас используется в большинстве случаев. Или же какое-то недовольствие выразить, да? Ну почему, да? Визо, почему? И в некоторых случаях это независящая какая-то причина действия. Ну, допустим, да, солнце не светит. Почему солнце не светит? Потому что облака затянули, да? Почему солнце не светит, да? Wieso scheint die Sonne nicht? Ну или что-то обобщенное, дети очень часто спрашивают. Мама, wieso, бла-бла-бла, трава зеленая, да? Wieso das Gras ist grün? Типа, wieso besucht er die Schwule? Ты, наверное, школу имел в виду, потому что Schwule это ребята с нетрадиционной ориентацией, или девушки тоже считаются. Ой. Wieso besucht er die Schule, да? Почему посещает он школу? Weil er verpflichtet ist. Потому что он обязан. Следующее предложение. Wieso ist heute hell? Weil die Sonne scheint. Почему сегодня светло? Потому что солнце светит. Wieso macht er das? То есть здесь мы показываем свое недовольствие, да? Wieso macht er das? Не, а что с варум? А здесь ты спрашиваешь про мотивы в прошлом, да? Что-то повлияло на этого человека, и он это сделал, да? Warum geht er heute zur Schule? Weil seine Mutter es ihm gestern gesagt hat, да? Weil seine Mutter es ihm gestern gesagt hat. Почему что-то случилось, и он идет в школу, если дословно перевести, да? Потому что вчера его мать это ему сказала. Или же мы можем вторую часть добавить, типа как Weil er etwas Neues lernen möchte. Потому что он хочет что-то новое выучить. Warum bist du hier? Weil ich dich sehen möchte. Короче, давайте подсуммируем. Warum потребляется намного чаще, чем wieso. Wieso очень редко употребляется, поэтому, чтобы не прогадать, используйте warum. Ну или же показать ваше удивление, или же какую-то обобщенность, тогда можете спросить с wieso. Но на самом деле разницы сильно нету, даже если ты немца обычного спросишь, он сам вам точного ответа не даст. Это уже разграничение я вам назвал, потому что, ну, именно в книжках так написано, но если ты немца опять-таки спросишь, он ничего не ответит тебе. Кстати, у меня для вас вопрос, хотите услышать разговорные фразы, которые я сейчас учу? Да-да-да, хотим, ставим плюсы и слушаем потом, через пару дней, пока он дотелится, короче. Ой, ну хоть этим его можно подбодрить.